Всем привет! Сегодня мы будем готовить кукурузу. Вот у нас есть два небольших початочка, которые предварительно нужно очистить. Отрезаем приблизительно сантиметра полтора от основания. Один. Ну и точно так же вот оно основание. Где-то даже сантиметр можно отрезать. Вот у нас получается наша кукуруза. Теперь мы ее можем спокойно очистить. Длинные листья от початка мы отделяем, аккуратно разворачивая до рыльц. Рыльца — это вот эта штука. Варить мы ее будем не слишком долго. Так, аккуратно отделяем рыльца в сторону. Наша кукуруза, она этого урожая, этого года, молодая, но как бы не совсем молодая, чуть-чуть ее, соответственно, передержали. Передержали в плане того, что появились вот такие вот небольшие вмятинки. Вот. А это чревато тем, что мы будем ее варить не 20 минут, как молодую, а в районе 30, а может быть даже и 40 минут. Я думаю, что не больше часа. Так, один у нас очищен початок. Теперь аккуратно чистим другой. Длинные листья нам нужны будут для того, чтобы придать больше вкуса нашей кукурузе, чтобы сварить ее правильно. Мы их постелим на самое дно кастрюльки, в которой будем варить. Вообще, ну, это еще немножечко передержанное. Ну, ничего. Может быть, даже в районе часа придется ее делать. Неудачненькая получилась она у нас. Вот, значит, лишнее мы обрезаем. Ну и, соответственно, смотрите, видите, сколько много таких подсохших семян. Это значит, она уже начала стареть. Если она у вас будет полностью вот в таком исполнении, без вмятинок, то тогда для нее будет достаточно 20 минут готовки. Это довольно-таки молодая, а это уже чуть-чуть старовато. Но ничего. Следующий этап — это подготавливаем ложе для нашей кукурузы. Кастрюля. Второй этап приготовления. Берем листья и укладываем их на самое дно. Нужно застелить полностью дно кастрюльки. Кастрюльку лучше взять с запасом в объеме где-то в два раза больше, чем та кукуруза, которую вы будете готовить, потому что при готовке много воды будет испаряться, одолевать ее не так, чтобы и хорошо в этом деле. Ложим накрест, чтобы наши листья
от початка, не поднимались вверх. И еще один слой. Немножечко так развернем. Вот. Так они будут друг друга держать. Ну и соответственно у нас будет больше вероятности того, что они не поднимутся вверх. Далее укладываем нашу кукурузу. И теперь самое главное, заливаем это все дело заранее подготовленным кипятком из чайника, возможно, либо из другой емкости. Вот, собственно, сейчас мы заливаем кипятком. Чтобы полностью покрылась наша кукуруза из чайника. И начинаем ее варить. Варить мы ее будем, как я уже сказал, минут 30-40, ну, возможно, даже и час по готовности. И самый главный секрет, когда мы воду ни в коем случае солить нельзя. И когда мы ее достанем, уже готовую, сразу, пока она еще горячая, нужно ее аккуратно смазать маслом и посыпать солью. Соль лучше всего брать экстра, супер мелкую такую. Тогда будет вкуснее. Вот и все. Всем приятного аппетита. Хорошей варки кукурузы. Ну и соответственно, удачи. Всем пока.